Скажи быстрее. Вот это поднялось. Бул! Сильный ветер, мутный ветер. Вот кому сейчас хорошо поедет. Да и этому хорошо, а то же на, да, еще один. Значит, еще один лучик будет. 156-я. Да, могу, еще один лучик будет. Это кто там работает? Кто там работает? Это на польском? На белорусском. Белая Русь. А песня «Ры» есть? Ну, вообще, я не знаю, это группа. У меня их нет. А вы эту группу уже знаете? Конечно. Открывай. Что уже будет делать? А? Тут калитка кольцо 17-го, там отца навести, на автобусе это как-то шло. Я говорю, а что вы тише сделаете? Да не так громко. Бывает одна песня тише, другая песня громче. По-разному написано. Вот так горяло души, чуть некрасиво. Нам подойдет. Так. Горяло, видимо, нам попадается. О, господи, блядь. Второй Г приехал. Двойной Даниэлюс. Даниэлюс, Даниэлюс, двойной Даниэлюс. Или как, две губы с Даниэлюс, да? Как? Две губы с Даниэлюс. Походка пришел. А зачем это я в руках? Я понял. Я уже с Эдиком походку. Только вы едем, они едем уже. Я знаю, я же все знаю. Эдик, говорю, подожди, так что они сейчас поедут на это, на Рудонис? Да. Причем парадокс. Ведь типа 5 минут, сука, только там по 15-20 стоит автобус. Да, кстати, там покатался. Я знаю, еще фоткаю.
когда там оставил второй гей, и все там оставил, потом поставил обратно на 55-й, чтобы сфоткаться, было нормально. Я тоже собирался по лазикам, поеду туда вам. А потом смотрю, ну уже 55-й, если все нормально, я потом, знаешь, сфоткаю до автобуса, открываю, но подумал, что я водитель, потому что вот. И говорит, какой манча сонтру, гену уже, говорю, пора. Некай. Ну, когда кило стену или гоня сошли. Слышаемся, лау, тейки, ниже на мигис. Слышались, это на мигис. Что мы сегодня тут видели? Мы видели, ну, в сандах, мы видели четверку, шестерку, 15-й, 18-й, не, 18-й на левую будет там. Шестерка и четверка, против когда вокзал с одной стороны, с одной стороны. Ну, не знаю, что-то на самолетке на кольце было. Сюда все ехали. Автобус, троллейбус. Не, автобус не ехал, троллейбус все ехал. А, тут автобус не ехал, так второй к этому не ехал. Нет, я имею в виду самонорка вся ехала здесь. Кроме 18-го, вон она левая. Ясно, ясно. Ой, дверь открыватель. Давно? Я у Эдика только прошу к мобицеку полазить, больше никуда. Я знаю, не надо мне говорить. Там чуть другой пиксель, у манок там чуть постарее. У манок там другое. Хотя не, в газовых там такой же самый. Не, в газовых другое. Я был, лазил. Там оно другое было. Чуть-чуть. Я не знаю, я четвертый или послали на 14. Ладно, ты не в банке сюда. Меня этот Альберт научился отыграться. Ну, на газовом манке. А вот сейчас есть, сейчас где-то вообще работает. Работает на третьем Б, как всегда. А постоянно на третьем Б? Ну как бы у него сейчас только на выходных он работает, а на долгой играйке третьем Б на своей машине. А будет нигде работать? Что? А будет нигде. Он в университет ходит. Ну бывает, если там может, он бывает на этом резерв. Вот кого-то взорвало за забавки, задержит. Как оляли. Нехороший. Отпустим, если там украинец раз ездит, отпустим походу. Ну а что, тоже не выключили. Прошу, прошу, пойдем. Как у вас на четверке? Файна? А так сейчас как табора нет уже этих наркоманов, как и ездят. Да. Так уже давно того табора. Так и четверка нормально сейчас маршрут. Раньше же было первый. Первый, помню. Так я работал еще на первом. Едешь на этого низба туда едут. Помню на 9-5. 9 тут ехать было нереально. Невозможно практически. Воняло пипец. На тройке я работал по нижней горе, на третьем Г, когда работал там. Раньше же была остановка Чеглова. Понял. Чего? А сейчас уже нет. Сейчас как-то перезвали по-другому. Паштас? Не Паштас, а какой-то механику, мотору. А, на тройке? На тройке. Не помню, вот. Сейчас, мы не поедем там. Ну, логично, что мы там поедем. Так посмотрим. Не, посмотрим, я имею в виду потом посмотрим. Ну, я сейчас посмотрю. Поместрю. По месту. Подожди. По месту. По месту. Литовский учил. Кто это бустер, что мелик, это в реке с Вальстиби не лайкит. Кстати, по поводу 18 лет. У меня тут планы разыгрались. Тебя надо... Разыгрались на Украину. Если реально я хочу в Украину съездить, реально для транспорта. Ну, уже когда там вся эта фигня закончится, сейчас я... Да. По-моему, это самое лучшее для... Ну, если ты хочешь, конечно, или там... Сейчас нет, пусть. Можно вот Эдгара послать. А мне там делать нечего. Ну, так может, украинку найдешь? Я там был один раз. Во сне. Я тоже во сне был много где, в Нью-Йорке, в Москве. В Москве тоже. В Питере был. И в Питере тоже был в Москве.
Да, во сне был. Реальность все было только в свалках. Это в Польше и... А мне рассказать, где я был? В реальности. Сейчас могу будет 2 часа приговорить. Я знаю, я накрываюсь. Не важно. Литва, Латвия, Польша. У меня одноклассник в Дубае уже. Ну, пусть уезжает. Словакия, United Kingdom. Ну, вот адрес? Ох, United Kingdom, я там 2 года работал в United Kingdom. Эдик тоже там работал? Сколько там? Много. Тоже 2 года? Тоже 2 года. И сколько фоток там у него дофига? Да, я делал фотки мне на старую телефонку. А потом, ну как, делаю так много. Ну что, паблику свою фотку готов. Автобус. Ну, разве что. Он там охранником еще работал. Да. Я на заводе. Какая моя идея? Я хочу пригласить очень много людей. Реально много, потому что надо... Куда? В автобус? Почти. Почти. Троллейбус. Троллейбус. А, ты хочешь арендовать? Да. Я уже на ней ездил. Ну, можешь меня еще пригласить? Я ничего против. А, тебя нет акции. Давайте их не повезем. Ну, так дверь не открывай. Встреч пускаемся. А сегодня это первые цыгане. Ну, так говори, все. Меньше на себе держись. Ну, ты смотри, дверь открыта, все, спасибо, все. Смотри, ну, рассказывай свои идеи. Алло, рассказывай идеи свои. Короче, я хочу организовать троллейбус. Ты бесплатно для меня, да? Посмотрим, сколько людей придет. Ну, день рождения же должно быть бесплатное, да? Только... Да, нет, 1000 евро, нет, да, это троллейбус. Там 300 евро час стоит, я не проверю. Ну, тебе же этот Эдик давал деньги, ничего он уже тут не спросит. Ильотова, Натас, он же не поставал, он там заработал дофига денег, как я его попросил. Хорошо, тихо, моя идея. Взять Дениса, обязательно взять Дениса. Взять его с фортепианой, принесите завтра. Завтра? Что, расскажи. На день рождения. На день рождения. Твоя же только декабря 5-го. Так вот именно. Мне надо до этого числа накопить много денег, чтобы иметь. Ну так ты... Подожди. Ты все эти деньги растратил. Сейчас мне надо накопить. Надо накопить примерно 1000 евро. Примерно. О. Удачи, братан. Выйди-ка попроси. Так это кого дубил? Просто только как. Значит, надо идти болт. Болт, ну да, кстати, болт, да. Или болт, это на велосипед, а там видишь, как в новостях были, там болта убили, болт. А, подрались или как? Да, так тебе тоже похоже. А что они там подрались? Можно, пожалуйста, не уходить от темы, которую я начал рассказывать? Ну ладно, говори. Что ты скажешь еще? Взять Дениса, взять Галю. А меня? Взять всех, кого, короче, кого я имею. Кого я имею? Только по плане. Друзей. Ну, короче, всех своих знакомых друзей собрать. Потом чёртовом маленьком троллейбусе. И, короче, взять Дениса, взять пианино его. Пианин? Да. У вас пианино есть? Есть. Ну, есть, и гитара, и пианино. И у меня тоже гитара сломана только. Я могу с ней играть. Я когда-то играл на гитаре, учился, но как-то не повезло. Короче, взять гимнулу и фортепиано, и чтобы он в троллейбусе на фортепиано, на синтезатор еще играл. Плохо на гитаре. Ты что, плохо? У меня не очень гитара. Плохо. Ой, блин. Еще можешь это назвать? Кого-то Карлинса. Можно раз кого-то назвать? И чтобы, ты знаешь, бери деньги, написано, бери. Чтобы Денис и Галя пели, Денис играл, а Галя пела, советский песня. Ну, логично, советский песня. Подожди. Советский песня. Можно бы слово сказать, только не говорить, а мне нравится всем, что-то так. Само слово, так просто влезть. Ну, говори, говори. Почему я хочу? Почему я фанат такой, честно. Фанат. Можно.
я не против. Если вот знает песни, пускай играй. Я печатаю все наты. Да. Ноты. Наты с натурочкой. А вообще реки натурочкой, вот я понимаю, по там привести меня река с наки, потому что рано нас. Но есть прикол. Ну, прикол. Какой-то. Все это записывается в прямой эфир. Так если нам там ошибку какую-то сделать. Что там? А что тогда застрелиться? Мне понравилось, как ты не сказал. Что вы там говорите? С водочкой. Наступит 18, наблюдешься вот кинокамеру, пошлёшь карту своих подписчиков. И выключишься. Я покажу потом, записал. А ты знаешь, мне напомнилось, вчера было прямо эта трансляция, как человек записывал прямо эту трансляцию, как самолет падает. Он снимал самолет и вниз. И он это заснял там вся. И потом. Блин, я это посмотрел, она уже так слушаю. А самолет. Никто не погиб. Никто не погиб, дум! И потом через минуту, не минуту, а пару секунд началось сказать. Греб снос, как это. Пламя. Греть начал. Гореть начал, да. Типа полы загонял все? Да, ну да. По-любому все погибли. Вот я не понимаю его логики. Упал и не разбился. Вот это нереально. Вот вот, а какое видео было уже там? Так это была прямая трансляция в Фейсбуке. Покажи, пожалуйста. Покажи. Если я сейчас найду. Будет тебе все скорее всего. Подожди, как же там было? Plane Crash Live. Это вчера было, кстати. Это не в Литве, кстати. Нигде такого не бывает. Я просто казаброд на вот это видно. Подожди, не-не, куда там это? The Guardian, вот. Но я уже не помню, смотрел, что показывал. Ну, на Твиттере читал. Нам сколько, 25 уезжается там, да? Да, 25. Олег, что ты говоришь? Кто же стоит, ты поймешь, едет? Не понял. Я поехал, ну, электропорт еще работает. Тебе нельзя в эту позицию вставить. Нет, просто встал, поэтому я в салоне вижу его, но не вижу, если бы я уже не вижу. Там масс стоит. Да я знаю, что стоит, я его даже фоткал. Я даже знаю место, где можно сфоткаться, если все в автобусе. Там есть такое стекло около аэропорта. Вот стоит. Да его фоткал полностью. Вот стоит. Ты меня можешь даже не показывать. Знаю, вот стоит. Я был в аэропорту, все хорошо. Если уже попросил, значит, я так и буду. Только опять заедете, хорошо? Опять заедете, хорошо? Давай не будем заезжать. Нет, там машина оставлена. Нет, просто когда я снимаю, просто когда один из них, если никто не выходит и не заходит, он прям приезжает. Ну и заезжает на кольцо. Ну и что? Давайте. Я сейчас себе видео. Ты уже это видео заснимал уже четвертый? Нет. Я удалю. Там я удалю, там не получилось. О! Хорошо, давай на конечку. Все. Вот. Подожди, сейчас увидишь план, который цепляет. Вот я начал гореть. Сейчас еще. Так снимай. Это все было в прямой трансляции. Знаешь, что еще? Знаешь, какой шок бывает еще живой, и ты видишь эти все видишь этот огонь. Ну все, у тебя весь мир прилетает. Ты, короче, очень сильно. Вся твоя жизнь будет пролетать. Ты, короче, так, не знаю, там,
я думаю, даже не с огня умер бы, а с этого стресса. Шока. Шока, да. Такую, например, никому такого не желаю. Надо, если уже авария, то сразу очень сильно шатракнуться. Надо шатракнуться, чтобы... Так, знаете, так, кусок? Ну да. Так еще жив. Всегда жив. А потом все сгорели. Там уже остановка ждет. Тогда 4 минуты, да? Да. Перегруз.